Если есть идиоты, которых греет то, что у них написано на бампере 007, то пусть они хотя бы за это платят. Я, честно говоря, вот на своей машине последней езжу уже 2 года. И когда меня спрашивают номер, я лезу в документы, потому что его не помню и помнить не желаю.